да еще больше враги. По реке баржа плывет, да до поселка Вагель. Ой, блин. Яйца смотрю. Конечно. Яйца. Смотри, что там не слетело-то. Прищепуть у нас так. Алло, вырезать не лично. Сухарики, да, вот давай кушай. Давай ты твой. Вот знаете, попробуйте. Любой, попробуйте. Какое молоко есть такое, знаете? И что? Оно такое полезное, козлящее, чем не как коровье. Сколько я коров передержал, сколько? Если бы я коровье пил, я бы давно сдох, а козлящая не умирает, люди, они живут по 150 лет. О, еще падает. Ух ты, маткин берег. О, хорошенькая. Как жизнь сделать лучше? Кого? Жизнь сделать лучше, как? Не понял. Как сделать жизнь лучше? Кого сделать? Жизнь, чтобы жить хорошо. Так, я и так хорошо живу. Ну вот, ему нравится. Что у меня? Хлеб есть, удочка есть, лодка есть. Что мне еще надо? Ничего не надо, только бы свет. Там они скоро будут кислород в баллонах покупать, а он у нас вон за окошком. Дыши сколько хочешь. Дед наговорит. Выбирай, а я это буду. А ты верхний. Бери шипец. А так. Бери за клешень двух. За клешень. Переворачивай так, слушай. Все. Ну уже не без рыбы домой поедем. Хули. Ох, как она, как. А Юлька тоже. Давай сейчас мыть будем. Тихо, тихо, давай, Мишка.
Смотри, убежит, мешок складывать. Тихо, собирай мешок. Во-во-во, прыгай, смотри. Далеко не упрыгает. Давай, собирай, собирай мешок. Давай, мешок. Родные. Подлечь. Хорошая рыба, солить вот эту. Где лес? Вот. Хорошая такая, солить. Вот. Должна быть малосольная. Ну все, будем пробовать доставать. Кто-то будет помогать? Это мост. Клюквенный мост. Не вино. Окунёк. Снимай, деда. Я посуда. Какой коптили 40 минут и готово, елки. Вот ты когда пришел-то начал? Угу. Вот. Че, бутылка будет тут? А че нет? А че не наливаешь? Я не могу наливать. Ой, упал. Класс. Класс уже там тут. Класс. Ну сейчас. Через 10 лет здесь все зарастет, все сожгут, и вообще здесь, мне кажется, ничего не будет. Нигде ничего не выкашивается, ничего. А трава же, если попадет огонь, она же махом горит. Так что я считаю, через 10 лет навряд ли вы что здесь увидите. Будет чистое поле. Березы зарастут все кругом лесом. А сейчас, как не пою, ничего не получается. У меня часы не ходят, гирька до полу дошла. У меня никто не просит, на старость подошла. Да не можем перестать, деревенские корчаги никому не опростать. Ой, безобразники. Ребята. Все, весь пол сняли. Биосфера. Сколько карт. Как я работала? До 1000 человек учеников было в школе. До 1000 было. Вот. В 2 смены занимались. Интернат большущий был. Жили с Тумана, Камы, Заозерного. И вот столько было здесь у нас всяких приборов. И когда закрыли школу, вот как ушли отсюда, ни одного прибора ни в какую, ни в гаре никуда не увезли. Все осталось здесь, и все разломали, разобрали. Вот на металлолом,
на цветной металл, все, а вот я только это. Я даже школьную работу у своей дочери. Ну вот видишь как. Моя дочь закончила 11 классов, значит, в 98 году. А сколько лет прошло? 8? Да. Вот, тебе говорю, контрольную работу по химии. Ну надо же, тебе и попало. Представляете, вот. Вот большой актовый зал тут был. Все собрания проводили. Даже вот родительское собрание, если проводим, так даже места нет сесть. Вот сколько было родителей. Одни воспоминания. Конечно, не смотреть бы такое. Вот такая школа. Все. То, что осталось. Молодец. Хорошо справляется. Так, теперь гвозди посмотрю. Гвозди тут у меня есть. Давай я тебе помогать буду. Так, три доски этого мало? Четыре тут. Давай посмотрим, как это будет выглядеть. Вот так или так, давай посмотрим, как лучше сделать. Примерься, может, так прямо можно будет. Я потом подниму. Ни разу не заколачивала окна. Давай посмотрим, как это делается. Давай. Ну вот. Залазь туда. Так ты его убери. Держись за него тогда. Ты ж сучок бьешь-то, господи ты, Рома. Вот уже второй год у нас вот такой вот. Тут-то хоть школа была, а сейчас вот она уезжать сама хочет. Она просто это году хотела закрыть, просто детей пожалела, что детей некуда. Куда детей? Будем дома сидеть. Да, Славик, Канарик? Ой. Какие перспективы могут у нас быть? Ну, вот четверо, пятеро человек, мы живем на мою пенсию, на 1000. Но это можно на 1000 прожить? Списанные люди, да, никому не нужны. Тут полностью дом занятый был. Все люди уехали. Мы одни и живем здесь, в этой квартире в одной. Здесь тем более уже печи осаживаются, полы. Дом-то большой, а толку? Так-то нормальный дом, он, правда, вот здесь вот уже скоро бревна упадут у нас. Видите? Ну что еще вам сказать? Да, заезжайте, пожалуйста, любую квартиру выбирайте и живите. Правда, разломали люди, так что уезжают, вот, уходят сразу же, вырывают эти рамы, снимают рамы. Все увозят или отправляют на парники в город или куда-нибудь. Вот. Люди все на дрова разбирают. Thank you.
мы с приятелем вдвоем работали на дизеле. А он чудак, и я чудак, да он нас дизель увезли. А свет белого не видим, отключили, и капец, раз пошла такая пьянка, режь последний огурец. Все, у нас ничего нет. Ни электричества, ни медицинских работников, ни пекарни, ничего. Зимой закрывается и магазин. Не будет магазина. Продавец замуж вышла, уходит, уезжает. Население в нашем поселке осталось всего каких-то 45 человек. И все. Такие, как я, вот, одиночки. Старуха умерла, прожил 47 лет. Один. Детей нет. Куда деваться бедному христианину? Вот так живи в темноте. В войну молодые были, бывало в темноте, жили голодом. Все для фронта, все для победы. И перед смертью тоже в темноте. Если тебе за 60, ты заболел, за тобой не приедет медицина, ничего. Есть пример. Вот Плетнева. Она проколола гвоздем ногу. Проколола, значит, и у нее заражение. Месяц, кажется, старуха, а то вот кости нет, он бы точно сказал. Ну, долго, пока у нее гангрена разошла уже до паха. Тогда уже только дочь из поселка Шали приехала к ней. Тогда ее увезли в больницу. В горях нечего делать, нет, врачей списали, в Краснотуринск. Там ей ногу отрезали. Но бесполезно, заражение пошло дальше. Ей надо другое лекарство, чтобы спасти от смерти. Но она диабетчик, ей то лекарство не подходит. Волей-неволей ей пришлось умирать. А если бы вовремя ей сразу медицинскую помощь, женщина была бы живая. Господи, прости и помилуй тех людей, кто болеет и должны умереть. И помоги им, чтобы они молились Богу во имя Отца и Сына и Святого Духа. Господи, прости и помилуй покой. А здесь прости устраненных природных обстоятельств, отцов, отцов, матерей, братьев, сестер наших, моих родных и дальних родственников, учителей, врачей, начальников. Господи, прости, помилуй также и сирот, и забытых, и неотпетых, и всех даже неверующих, потому что они заблуждались. Я боком раз, два, три, четыре, пять, 50. Так, вот это 7. Вот 7, 50. Угу. Так, семерка, вот все расписалось у меня. Ладно, до свидания. До свидания. Дальше пойдем. Далеко живут. Вот сюда, кверху, все, ни одной деревни нет. Поподряд под реку езжай, ни одного нету, все. Все деревни исчезли.
все сгорели, которые дома потом развозили, а которые все сгорели. Трикина, Кондратьева, на Зимнем, не знаю, живут, не живут, Шабурова, Варголь, набережная деревня была, там жулики были. Даже квартир не хватало. Специалисты приезжали молодые, вот отправляли инженеров, докторов, офицеров вот, жуликов охранять. Квартир не хватало. Хотели научить демократию любить, а нам на воле вашу мать до век свободы не видать. Отворили нам ворота выборного пути. Отворили нам ворота выборного пути. Прямо лес назад, болото, можешь хоть куда идти. Хорошая зона была. Брагу пили, самогонку гнали. Все зависело от начальника. План зона дает, и хрен с ним. Что там делать, лишь бы беспредела не было. А тут последний раз на Ивделе сидел. О, бешеная зона. На малолетке такого нету, беспредела. А другой раз задумаешься, лучше бы там был. Видишь, как надоест это все. В зоне хоть пайку дадут какую-то. Хреновую не пайку, а тут самому добывать надо. Сейчас пойдет. Это испекся. Испекся. Пусть отдыхает корочка. Вот
так мы живем здесь. Деревня. Вот она, дурдом, вот он, это мой дом муши. Это дурдом. Закрыли колонию. Почему? Не знаю. Ну так и скажи, что ты не знаешь. Начальник сам закрывал и не знаешь. Сам виноват в этом вопросе. Тебя не спросил. Извините, ребята, не знаю почему. Я ушел. Меня вытянули. Получалось хорошо, неплохо, я не слышу. Меня видела страна не видела. А и, кстати, тебя же тоже не обидели. Квартиру ты получил? Свердловский. Пенсия неплохая. Да дело не в этом. Я академию кончил. А вот я все. 6 лет отдал. Стране. Я еще раз говорю, у нас есть... На страну не... Да сиди! На страну не обижаюсь. Вот, на страну не обижаюсь. А то, что учился, черт его же. Плохо учился. Вон. Сейчас вот Львова ткни вот так. Вот пойдем, Дёсь, Львова покажу. И он сидел у меня. Ну, они все осужденные, конечно. Все население так. Ну, как у меня сидел. Ну, все, у нас. Почитают они, между прочим, у нас даже замка на двери нет. К нам не залезут. Все равно уважают, даже вот в этом отношении. Не пакостят. Знаете, в основном-то живут бывшие. И до сих пор называют Валерий Сергеевич, уже как положено. Не знаю. Да. У меня так кличка и осталась. Зыковская. Пиночет. Я собирался, да, наш флот. Ну и как с Дальнего Востока, с Ростова уже. Очутился. Сами знаете. Да. У меня бы другая жизнь была. Это вы правильно сказали. Да, всех жалко. Что там говорить. Я сам жалею свои годы, понимаешь? Жалею свои годы. Когда вроде как... Потерянные, как говорится. Потерянные годы. Столько можно. Да, еще неизвестно, кем бы я был. Может, певцом был, не знаю. Но я любил петь. Я уже в детстве на гитаре играл. Я играл уже. Может быть, да. Голос у меня хороший был. А у меня по пению постоянно. С первого класса было. Пятерка. Подмосковный городок, липобудренный листок, подпевают пьяным лицам ткацкой фабрики гудок. На вокзале мордобой, слышен крик, идем домой. Одного совсем раздели и об угол головой. В общежитие уют, Машка с Ванькой водку пьют. И под карканье гитары глотки пьяные дерут. Ванька много ел и пил, а затем он Машку бил. И за это наш Ванюха в отрезвитель угодил. В отрезвителе уют, сапогом по морде бьют.
три подкинут, раз поймаю и на кладбище везу. Городок наш ничего, население таково. Малолетки в узких брюках составляют большинство. Колония — это было все. Была колония, была электростанция, был медпункт, была больница, был батальон солдат. Три роты у нас было здесь. Офицерский состав. Почти рота была. Здесь в двух колониях насчитывалось более 5000 осужденных. 5600 человек, кажется, было. И в поселке было 2800 человек. Да, поселок бурлил тогда. Да в колониях хорошего ничего нет. Что может быть? Тюрьма есть тюрьма, как говорят. Она дает жизнь просто, ну, нам, поселковым. Дает работу. Знаешь, если дает работу, значит, дает жизнь. Где колония, там и жизнь. А нет колонии, значит, жизни нет. И сделать здесь нечего, и ехать сюда незачем. Сегодня православные верующие отмечают один из главных религиозных праздников – День Святой Троицы. Высокие Уральские горы я мальчишкой перешел. Незабвенного товарища убитого нашел. Его в тюрьме сгноили, не поставили креста. И общая могила человек 400. Несут сюда венки, да нет цветочка скромного. На могилках номера дела уголовного. Вот такие песенки. Где есть памятники? Вот я все почитаю, память тут же. И памятники есть. Ага, вот. Гротных. Вот им я не могу понять. Гротных. Непонятно, фотография какая-то есть, непонятно. Буква Х такая. Может быть, Гротских, наверное. Погиб в трагедии. Вот погиб в трагедии. В
трагедии, погиб в трагедии. Ну, это придавило, вот, по-моему, вот. Ромка, вот, по-моему, это. Как ты говорил? А? Еще на могилках написано. А здесь G43. А тут G43. А тут непонятно. Кто такой-то можно восстановить? А? Дела надо. Это дела поднимать можно, да. Восстановить, кто такие. Что это обозначало? Или вот там. Умер. 27-е. Да, 27. А вот это. Ой, какой это год? 77-й, по-моему. 77-й. Во. Корнеев Константин Николаевич. 28-го года. Вот мать гадала, и вот бабка ей сказала, что это место проклято. И проклято осуждено, но несправедливо. Ну, Бог услышит, давайте помоемся, Господи, прости, помилуй осуждено, что здесь были, и проклинали. И сними, Господи, их проклятие, их проклятие с этой земли. Потому что они сами не знали, что делать. Земля-то не виновата, люди, которые здесь жили, тоже не виноваты. Thank you.